Ребята, всем привет! Мы, как настоящие видеоблогеры, решили снять видео «Распаковка посылки». Та-дам! Будешь меня распаковывать. Пашка будет за кадром, будет говорить, что ему нравится или нет. Это знаешь, как у настоящего рэпера должна быть песня про маму и про свой двор, и у настоящего ютубера должна быть распаковка посылки. Давай. Та-дам! Та-дам! Она тяжеленная, просто тяжеленная. Носи ножницы, чем открывать? Давай ты мне ее откроешь. О, я вижу, уже там какие-то вещи лежат. Давай просто ее уже оторвем и все. This is Sparta! Распаковывай. Я уже даже не помню, что заказывала. Кстати, Паша... Да, я не знаю, что он заказывает. Специально, чтобы хотя было интереснее смотреть. Да, чтобы ты типа мне показывала что-то. Вот я вижу, уже очки тут лежат. Так, о, кофточка. Симпатичная. Да? Симпатичная? Не знаю, надо померить. Самое интересное, это очки. Вообще, мы заказывали эту посылку на сайте DressLink. Мы оставим ссылочку в описании. И на все вещи, которые здесь, тоже мы оставим ссылки. И здесь будет очень много вещей, потому что все очень дешевое. Прям очень дешевое. Очки там стоят что-то 1-2 доллара. Поэтому очков будет очень много. А ты мне заказала? Да, тебе тоже заказала. Потому что это женские, я так понимаю. Да, это не очки. Ну как мне? Покажи, покажи. Даже не чешет. Шоколадные. Вот эти классные. У тебя есть типа такие же? Да, у меня есть такие белые. Вот эти мне нравятся. Да. Ты у них такая, как кошечка такая. Да. Вообще, вот эти прям супер-супер. Это, да я уже хочу на вот эти вещи посмотреть. Это прям новые. Так, какая-то белая кофточка. Ты можешь доставать потихоньку и распаковывать, мне кажется. Ага. Ну что это такое? Ну это все надо гладить. Просто белая кофточка. Посылка, кстати, нам очень быстро пришла. Тут не 10 вообще, да? Угу. Ну, в Америку. И как бы, ну дальше. Это же из Китая. Так, вроде, честно, вообще, на самом деле, я много заказала вещей, таких тепленьких, потому что у нас то тепло, то холодно, и вечером вообще прям прохладно, без кофты вообще не выйти. Вечером холодно. А у меня кофты прям очень мало. Давай, это тебе очки. Я понял, жалко. А что, нормально? Нормально? Летом. На лето нормально. Это приятный желтый цвет. А есть кофточки для меня какие? Нет, нет. Только очки? Только очки. Ты заказала 40 вещей и только мне одни очки? Нет, более очков. А там вообще были мужские вещи? Нет. А, ладно. О, с капюшоном, мне нравится такая. Вот такая кофта. Дальше очередная кофта. Вот это, кстати, должна быть кофта хорошая. На самом деле, подожди, не шуми, я расскажу одну хитрость этого сайта. Многие фотографии, ну, как бы, не такие, как вещь на самом деле. Но там можно зайти и там как-то фото покупателей, что-то такое. Можно зайти и посмотреть, как выглядит вещь. И, ну, как бы, это прям очень поможет при выборе мне, вот, ну, как бы, я обязательно, если бы не, ну, если не было фоток, я ничего не заказывала. Следующий кардиган. Этот более симпатичный. А вот эта вещь с какой стороны должна одеваться? Вот так вот. Это вот, тоже... это мне, вот это мне нравится. Ну, ты мне можешь
поможешь? Вот это прикольная штука. О, смотри! Да, я заказала еще там очень много миленьких, было всяких сумочек. Вот такая! Чехольчиков. Кисулечка, смотрите. Обалденная. Это просто футболка. Ну, обычная футболка, потом помыла. Так, дальше. Кофта. Так, ну это надо, конечно, мерить. А вот это вот тема темская, просто нафига прикольный какой рюкзак вообще, да? Ну его типа надо взять. Рюкзак обалденный, он стоил $1. $1? Он стоил $1. Вот этот рюкзак? Да. Капец. Я специально взяла, ну, такого цвета. Блин, вы посмотрите, какой он офигел. Чтобы мы могли и ты, и я носить. Носочки. Так, носочки. Еще одна косметичка. У меня там много будет. Вот такая косметичка. Тельняшка. Такое, да, платьишко. Я уже хочу все померить. Ну, кстати, ну даже такое приятное. Нормально будет. Шоу ты! Лето. Вот это, конечно, прикольно. Ну, что-то мне как-то не так себе. Надо померить. Как-то они детско дешево выглядят. Угу, они прямо очень дешево выглядят. Ну, дома буду носить. Вот такая рубашечка. О, вот рубашка клевая, ее надо померить. Главное, чтобы она мне как раз была. Мы достали сразу вещи, чтобы их не распаковывать. Вот такая штука. Это для паспортов, всякое такое, очень удобно. Сюда всякие документы положил. Ну, вообще прикольно, когда путешествуешь. Вот это мне очень нравится. Вот такие две косметички. Не знаю, что я буду туда складывать, но они такие милые. На фотке я думала, они из другого материала будут. Я думала, они будут мягкие, а они такой, ну, гладкий какой-то материал, странный. Так, дальше еще очки. Смотрите, какие. Блин, мне кажется, они тоже небольшие, нет? Да, если это нормально, ну да? Так, более-менее. Сердечками, я всегда хотела очки сердечками. Так, еще одна кофта. Нифига, она широкая. Еще кофточка. Какая-то немножко странная. Вот такая. Ой, вот это прикольненькая тишинка, смотри. О, вот это реально прикольно, мне нравится. Она мягонькая. Немножко маловато в рукавах. Хотя я бы не сказала, что я большая. Они вообще шьют на маленьких китайских девочек. Мне нравится, что это вишенки. Вот такая сумочка. Она ужасно помялась. На самом деле, я думала, что она будет меньше. Не знаю. Мне кажется, я не буду ее носить. Вот такая. Тут как бы ушки. Они помялись. Это Sailor Moon, ты видишь, луна? Ну? Лунная призма, дай мне силы! Вещей становится все меньше и меньше. Тут вот такая кофточка.
косметички вообще все тут понравились. Прям вот эти вот прям вообще классные. Булочка просто черная, тут какие-то растения. Черная рубашка. Но она, кстати, такая прям тоненькая очень. Ее летом можно носить. Но не на солнце. Вот это прикольно, мне нравится. Мне кажется, она, да, симпатичная должна быть. Еще одни шорты. Вот эти, кстати, симпатичнее всех. Вот это как раз точно какие-то спальный комплект. Да? Да. Еще одна косметичечка. Вот у меня их две. Мне прям они очень нравятся. Симпатичные такие. И что тут у нас последняя? Какая-то кофточка. А, все, я поняла. Все, я поняла. В общем, вот так. Посылка распакована. Надеюсь, вам понравилось это видео. И если вы хотите, чтобы мы еще делали такие распаковки посылок, то обязательно нас поддержите пальчиком вверх. И тебе понравилось что-нибудь? Мне понравилось, кажется, три вещи. Три? Три из сорока. Ну их надо надевать и смотреть, это так-то как непонятно. Ну ладно, в общем, тут есть нормальные вещи, если все хорошенько выбирать. Я выбирала тщательно и выбрала. В общем, ссылочка на магазин будет в описании. И всем пока-пока!